реанимация перепрофилирована под ковидную реанимацию. Здесь 49 коек реанимационных пациентов. Из них 12 у нас на аппарате ИВЛ. Я хочу сказать, что невозможно работать в таких условиях. Мы понимаем, что это умирают чьи-то мамы, папы. Но и каждый раз к нам, если будут заскакивать родственники больных и с нами скандалить, о чем-то спорить, ну поймите вы, что так невозможно работать. Мы делаем все возможное. Пожилые и старики, они очень сильно подвержены этой инфекции. Что они тяжелее уходят на искусственную вентиляцию легких и затем умирают, так поймите, не наша вина, это болезнь такая. Мы делаем все возможное. У нас есть экипировка, маски, респираторы, формы. Все у нас есть. Если кто-то скажет, что нет, он врет. Родственники пациентов заходят, залазят даже через окна к нам. Вчера разбил стекло, один ушел. Сегодня вы видели, какой ролик выпустил, он заскочил. Молодой человек, который не одетый по форме, со шлюза, где он переодевался, увидел, что заходит посторонний, забежал за ним вслед и пытался его вытащить. Это наш доктор. Я не знаю, вот вы добьетесь того, что все сотрудники уйдут домой. Заказываем ни одно лекарство в этой больнице. Питание пациентов на должном уровне. Кормим из одноразовой посуды. Делаем все возможное. Я здесь хана пересменки уж. Хабуа баяничар, хацебуа уж. Хацеб проблем ханика. Азбаханси хан целый день галки жладко. На хамбях каби и жуболки. Вызывают кнопки восстановления. Кнопка откроешь. Третий этаж, четвертый этаж, ловец. Они первый этаж, третий этаж, ловец. Так, 20, 20. Разве не 20?